4 сентября в Твери на реке Тверца состоялись соревнования по гребле на лодках «Дракон. Золотая осень-2020». Это традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тему продолжит наш корреспондент. Ребятам предстояло преодолеть дистанцию в 200 метров на 20-весельных лодках с рулевым и барабанщиком. Среди участников были не только учащиеся тверских коррекционных школ, но и представители из муниципальных образований. Всего за первое место боролись 10 команд. Многие школьники участвуют в подобных соревнованиях впервые. Для них это отличный шанс проявить себя. Это интересная, очень физическая подготовка хорошая. Настроен как на победу? Да, я хочу победить. Другие ребята уже более опытные и не первый год принимают участие в гонке. Давно мы каждый год сюда ездим. Это просто интересно. Здесь эта энергия просто зашкаливает. Здесь вообще классно. Мы выигрывали много раз. На церемонии открытия детей, родителей и преподавателей приветствовал председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Он отметил, что ребята уже молодцы, раз стали заниматься спортом, и пожелал им больших успехов. Я желаю вам, конечно, успехов. Может быть, не самое главное стать первым, но участие, оно очень важно. Вы ставите перед собой цели и задачи, и их решаете. Это самое важное в жизни, потому что это все вам будет очень полезно и поможет в будущем. Соревнования по гребле для детей с ограниченными возможностями проводятся в Твери на протяжении многих лет. Их организатором выступает спортивный клуб «Шторм». На протяжении нескольких лет уже проводятся данные соревнования. Мне хочется поблагодарить организаторов. Огромное спасибо, что вы это делаете. И я надеюсь, что еще многие-многие годы вы будете это продолжать. А ребятам мне хочется пожелать, конечно, крепкого здоровья и удачи. Проект «Ладья безграничных возможностей», руководителем которого является гребец-канаист Игнат Ковалев, стал победителем первого конкурсного отбора 2020 года фонда президентских грантов и продолжает многолетнюю работу клуба «Шторм» по занятиям на лодках «Дракон» с детьми и подростками с нарушением в интеллектуальном развитии, поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения. Тренировки 8 групп организованы в Твери и Вышнем Волочке. Ведь для достижения результатов необходима слаженная работа команды и тренеров, а также регулярные занятия как на суше, так и в лодке.